Токс объявили о принятии протокола Бенгар. Как сообщает сайт News BTC, торговая площадка и платформа управления инвестиционными портфелями invest.com объявила о своих планах запустить проект Stocks. Stocks – платформа прогнозирования рынка с открытым исходным кодом, которая предлагает прогнозы для различных событий. В категории интереса входят финансы, спорт, политика и даже погода. Stocks будет построена на недавно представленном протоколе Bankr и будет использовать собственные токены STX. В скором времени ожидается, что Stocks объявит свой токен Sale.